Хочешь такого персонажа? А, знаю, что хочешь. Поэтому тебе прямиком на сайт ProSeller, где можно приобрести любого перса, а также большое количество душ по низким ценам и с быстрой доставкой, без возможности получения бана. Каждую неделю на сайте проходят крутые акции, подробнее о которых можно узнать на сайте. На каждый товар действует классный промокод с халявой на 2000 душ. Ссылка на сайт и промокоды в описании под этим роликом. Всем привет, ребят! Вы на канале Steven Games, и пока я не забыл той самой информации, которую узнал как раз-таки вот на том самом стриме, который вы, кстати, можете посмотреть, открытый доступ на него есть, никакой рекламы на нем, никаких донатов, ничего нету, поэтому можете спокойно включить его, посмотреть, узнать, что же было, о чем говорили. Но если вам это лень делать, то, в принципе, досмотрите данный видос до конца. Сегодня мы будем говорить об игре Mortal Kombat X Mobile и, конечно же, о новом апдейте, который, возможно, уже на этот момент, как вышел данный видос, был открыт, и вы можете его спокойно скачать. Этого я пока что не знаю, потому что записываю ролик в час ночи, дабы не забыть все то, что я, конечно, уже узнал, и донести до вас информацию правильно. Я записываю видос еще только в час. Поэтому обнова, скорее всего, должна выйти через 2 часа. Но не суть, об этом мы говорить не будем. Поговорим, конечно же, о том, о чем нам рассказали разработчики. Первое. Трехлетие игры. И вы спрашиваете, типа, что же будет на трехлетие? Как бы мы узнали о двух персонажах, мы узнали о наборе, даже о двух наборах. Мы узнали о новой экипировке. Но, по сути-то, что сделали разработчики на трехлетие, так и не было сказано. А на самом деле было. Я пересмотрел трансляцию и упустил некий момент, о котором говорили как раз-таки разрабы. Я не буду вставлять данный момент, а просто вставлю уже то, что многие и ждут. В общем-то, перейдя на твиттер разработчиков... Что ж, ребят, я перешел на твиттер, потому что у меня он не был открыт. И что мы тут видим? Мы празднуем 3 года, отдавая кучу бесплатных душ. И что нужно сделать? Просто-напросто зайти по ссылке и, конечно же, надеяться на то, что вам каким-то непонятным образом перепадет 500 душ. А, правила имеются здесь, и самое интересное то, что будут также отданы каждому игроку бесплатные души, и своего рода будет устроен некий челлендж, насколько я понял, в самой игре. Что это будет? Пока что я говорить об этом не буду, так как понятия не имею, и надеюсь, на данный момент вы уже об этом знаете. Но все-таки, это трехлетие игры, 500 душ каким-то рандомным людям, и в целом-то какие-то, опять же, рандомные души всем. Вау, супер, вот именно этого я и ждал те самые 3 года, чтобы получить от вас бесплатных душ. Спасибо большое, разрабы. Я, честно говоря, даже не думал, что когда я только начинал играть, спустя это время я получу бесплатные души. Ладно, забыли об этой теме, это все. Мы отметили 3 года, и что нас ждет за обновление? Первоначально анонсировали 2 новых персонажа. Это Джакс Брикс и Кун Лао. Джакс Брикс оказывается у нас классическим и алмазным персонажем, а Джак Брикс, не Джакс Брикс, а Кун Лао оказывается золотым персонажем. Я предполагал, конечно, алмазку, но, видать, неправильно предположил. Не суть. Оказывается золотым персом, и в целом, если Джакс Брикс у нас своего рода танк, он будет оборонять вашу команду, брать на себя мощный урон и так далее, то Кун Лао, он скорее всего будет распределять бафы, насколько я понял, и будет усиливать каждого из персонажей в вашей команде. Насколько правильно и насколько хорошо это будет работать, пока что неизвестно, потому что геймплей нам, конечно же, показали, вы сейчас его видите, но это в целом все. Пока что больше как таковой информации у меня, к сожалению, нет. Надеюсь, опять же, в 10 часов утра выйдет этот ролик, уже будет всем все известно, вы уже посмотрите на персонажей, будете знать, кто там такой, куча людей запишет видосы, это будет клево. И, конечно же, в целом, чего-то такого сверхглобального не было. Да, 10-е слияние, 60-й уровень. Десятое слияние, 60-й уровень, что я хотел бы сказать об этом. Непонятно, как они реализуют пока что данную систему, потому что, на мой взгляд, это, конечно, будет смотреться интересно. Все-таки я помню Injustice Mobile. Я думаю, многие не играли в Injustice Mobile, поэтому скажу вам сразу, что на момент выхода 10-й элиты в Injustice Mobile не слияние, а элита, но в целом это одно и то же. 10 элиты 60 уровня, все ликовали. Как же это круто, это, наверное, просто будет что-то
офигеть, супер крутое. Но на деле разработчики особо с читерами не разобрались, и для них это был, знаете, такая зеленая карточка. Типа, пацаны, вы можете прокачать теперь своих персонажей еще круче, и их не победит даже такие суперэлитные игроки, которые побеждают тех самых читеров. Именно. Да, 10-е слияние, 60-й уровень, это, конечно же, хорошо, но когда ты играешь против читаков, а скорее всего, если ты прокачаешь того же Эрона Блэка Стрелка, либо Джонни Кейджа Охотника на нежить, до 10-го слияния, то тебе читаки и будут попадаться, потому что игра будет считать, что у тебя профессиональный уровень, значит, тебе нужно выбирать только лучших игроков. А так как в игру, по словам сопродюсера, заходит ежедневно 500 тысяч пользователей, они сами даже сидели такие с невинными лицами, такие типа в шоке. Нифига, в эту игру еще 500 тысяч человек играет. Честно говоря, каждый, мне кажется, задается тем же самым вопросом. 500 тысяч человек? Серьезно? Да, у разработчиков, кстати, в эфире была такая же реакция. Они такие типа, в эту игру еще 500 тысяч человек играет? Че? Блин, мы-то думали, все перейдут на Injustice 2 Mobile, а из-за того, что она супер-пупер оптимизирована, на нее никто не перешел. Следующий подгонщик, это, конечно же, то, что игру немножко оптимизируют. Увеличивают скорость работы, быстрее свайпать можно будет, быстрее перемещаться карточки, и плавнее они будут, и игра станет весить на 400 мегабайт меньше. Для кого-то это, кстати, не так уж и плохо. Например, мне на андроиде достаточно не хватало памяти. Например, если у меня на айфоне ее много памяти, то на андроиде всегда не хватало, и приходилось удалять какие-то приложения, дабы установить Mortal Kombat. Сейчас она весит на 400 мегабайт меньше, и это меня радует. Надеюсь, они ничего не удалили, а только добавили. Также в игру добавили какое-то кольцо. Кольцо, блин, не помню кого, честно говоря, ребят, забыл уже, проверять особо не хочется, писали мне люди, что за кольцо, но ладно, ради вас посмотрю. Ребят, к сожалению, кольцо не нашел. Что за кольцо, какое кольцо они добавят, ну не суть. Самое главное, что добавят шлем Шоукана. Они говорили о том, что, ребят, теперь Шоуканом можно будет носить 4-й спецприем. Но самое интересное, то, что об этом 4-м спецприеме уже знали все давным-давно. И даже в чате им писали, насколько я видел это, скажем так, англоязычные пользователи. Они писали, чуваки, мы об этом уже знаем. Мы знаем об этом уже как минимум, там, я не знаю, полгода, наверное. Поэтому то, что вы сказали, что тут типа у нас 4-й спецприем появляется, ну, это не новость. Можно что-то более интересное и уместное? К этому моменту, конечно, разрабы уже начали понемножечку краснеть, потому что они понимали, что их на... И инфайт такое себе. Один из них такой даже: ребят, мы представляем вам нового персонажа, Кун Лао. И один из разрабов такой: найс. Было видно по лицу сразу же разработчика, что он понимал, что на самом-то деле они просто пытаются как-то успокоить аудиторию, что обновление будет, но оно будет через месяц, через два. Как и говорился один из разработчиков, он сказал, что следующего обновления ждите либо через месяц, либо через два. Там будет все связано с оптимизацией, с античитом каким-то. Будем ставить античит на игру, чтобы меньше читеров было. Будем как-то ее технически переосмысливать для дальнейших разработок. В целом, ждите информации, точнее, стрима уже либо в июне, либо в июле месяце. Конечно же, ждать следующего стрима с таким глобальнейшим обновлением, которого ждали все очень долго, это просто супер. И напоследок добавили два набора. Опять же, непонятно было, что за наборы, но как, в принципе, на стриме мы более-менее расшифровали, скажем так, их своими догадками, то, что... будет шанс выбить, 50% шанс выбить алмазную экипировку. Не то, что экипировка сама будет, скорее всего, алмазная, а именно экипировку для того или иного персонажа. Например, экипировку Эрона Блэка шанс 50%, то, что вы ее выбьете из этого набора. А набор будет, по-моему, стоить каких-то определенных душ. И также второй набор. И вот тут уж вопрос интересный. Либо самих там можно будет персонажей выбивать с таким шансом, что кажется маловероятно. Либо уже наконец-таки, блин, я не знаю, они делают что-то более интересное с набором за 360 душ.
и, конечно же, доработают его. Пока что, опять же, ничего не понятно, обновления нету, посмотреть это все у меня не удастся. Но все же, вот такие вот на данный момент дела. Все же вы все равно в этом ролике узнали что-то новое, потому что игра игрой, но о том, о чем говорили разработчики, в игре написано не будет. Это самое главное. Также данное кольцо, экипировка, она будет добавлена в паке воин фракции, и поэтому пак воин фракции дополнится новой экипой. Что это говорит? Да, в принципе-то ничего. Режим заданий будет улучшен, но каким образом он будет улучшен, опять же, особо не объяснили. Ждите обновления, смотрите, для вас это будет сюрпризом. Окей, что ж, будем ждать обновления и, блин, надеяться на тот самый сюрприз, о котором разработчики говорили на протяжении всего стрима. Я надеюсь, что этот сюрприз будет весомым, потому что мало того, что моя аудитория, которая смотрела мой стрим, она негодовала, она говорила, что это за ерунда, то аудитория англоязычная, которая именно смотрела тот самый стрим, 1600 человек, там вообще летели просто с фейспалмы. Разработчики это видели, было видно по их лицам, что они такие типа: «Ребят, через месяц, буквально через два, мы введем что-то новенькое, все будет кульно, все будет круто, все будет нормально, вы, главное, не бомбите, все хорошо». Но на деле как и что они сделают, пока что непонятно, потому что если всего один золотой персонаж Кунлао и второй золотой алмазный персонаж, точнее, это Джакс Брикс, то, блин, всего лишь одно испытание. Испытание пройдет, и снова будет череда перезапусков. А есть ли в этом какой-то смысл? Пока что, честно говоря, смысла особого нет. Что ж, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что к этому моменту, как я выложу данный видос, уже появится само обновление. И через какое-то время я, конечно же, запилю ролики с новыми персонажами. Посмотрим их. Сыграем командами разработчиков, потому что разработчики посоветовали нам определенные команды для каждого из этих двух персонажей. Я как раз-таки этими командами и постараюсь поиграть. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Я устал немного, потому что сегодня возился и со стримом, и пытался какую-то информацию для вас новую преподнести. И поэтому, честно говоря, стоит уже смонтировать данный видос и идти отдыхать. А уж завтра новый день и, конечно же, новые возможности. Всем пока.